Которая 0,90-145, что ли? Ну, вот отметку дал, мост восклицательный. Кстати, пока с метками разбирайтесь, потому что тут метки такие стоят, может, не знаете их систему. Вот, нам нужно атаковать мост, британцы засели там, они его будут оборонять, нам, в общем, надо всех там выбить. Паша, забыл, у них зона есть или нет, за кого они могут находить? Вот смотри, что, сейчас там... ее нет. Они выходить не могут, они не могут выходить вплоть до вот этой границы сейчас примерно, да-да-да. По-моему, раньше там же красный, нарисовано. Красный штрих. Оно? Прямо вот так. Нет, это красный штрих, нам нужно пересечь его, чтобы выиграть. Принято. Вода, по-моему, холодная, там плавать нельзя, да? Или как? Нет. Это вчера на Воге была такая же карта. Это вообще с нашей армией вроде как миссия. Ну, может, Вог квартировал уже, да? Вот, да, черное пересечение, вот эта вот такая вот рамочка. Слушайте, прошу прощения, что отвлекаю, да, от брифинга. А вот я сам себя не смогу вылечить, там, вколоть себе адреналин. Можешь. Можешь. Но просто если вчера там... я тестировал, такой херни не было. Руки, ноги не отремонтируешь. Эйс-меню, эйс-медицина, если включена на миссии, то сможешь. Здесь включена. Да-да-да. Если ограничение стоит на вколывание морфина и на применение аптечки, то ты не сможешь это использовать, только медик может использовать, только бинт себе можешь применять. Вот, собственно, нам надо атаковать эту зону. Вот эта линия с черной до красной нижняя. Вот эту зону всю зачистить надо. Так, Беттер не плавает, время, час у нас. Беттер дырявый, да, он не плавает. А люди плавают? Люди плавают. А ну, может и нет, кстати, там холодная вода. Не, нет, нет, угадаю, нет. Какое-то время. Слушайте, у вас, ребят, вот в брифинге самое прикольное, что видно, у кого какое оружие. У нас такой фигни нету. Вот, и что будем делать, с какого направления наступать? Уже сразу с стороны пробовали. С юга. С юга. Пацаны, смотрите, а вот у нас время много, в принципе, люди же плавают. Давайте вот сейчас на этот маленький Нет, там островок. Вода холодная, холодная вода, не можем. А то есть у вас даже от воды замерзают? Да, да. Ну тогда не знаю, слушайте. Ну, мы как здесь действуем? А может, смотрите, может, типа отвлекающего маневра, то есть там 2-3 человека вперед в лобовую идут, так постреливают. А половина так, ну как-нибудь по зеленке так обойдет. Тут, 200 метров кусочек, нам через него плевак идти. Ну хотя да. А плавать тут вообще... Так, есть, около моста домик вон. А ты честно знаешь, стенка на стенку. Ну блин, ну тогда, а что остается, я даже не знаю. Ну, раз ну знаешь, насыщенный план идти с севера. Нет, подожди, тут что, есть обходной путь что ли? Да тут же нет. Можно атаковать с левой дороги, с... того места, где мы стартуем. Или, пацаны, давайте вот так, из да? леса. Вот смотри, вот видишь, вот где ты метку сарай поставил, да? Вот давай там беттер или... У кого-нибудь будет у нас хоть беттер, БМП, что-нибудь такое? Если занимали. У нас беттер 70-й. Ну, его смотрите, вот там его ставим, да, и подавляем. То есть, подавляем их конкретно, вот, где всякие пиндосы. А вот разведывательная диверсионная группа вот так под прикрытием, под нашим подавлением моей группы Иран Фронт. Вот, вот сначала это... сарай надо проверить, он будет занят наверняка, поэтому... Ну, сначала пацаны, дайте я тогда не знаю. Ну ладно, давай, командир, ты решай, ты же командир. Вот. Собственно, нам сарай сначала проверить, проверит пехотка. Беттер займет позицию где-нибудь в лесу, а позади будет давить зону. Еще зеленку доверить по берегу, они там бывают, вот здесь сидели. Стал цельный знак, там как-то человек сидит, полбоя лежал он за врагов. Его никто не заметил. Понятно. Не, я вообще, я же говорю, я у вас первый раз. Я просто там командовал у себя на хардмоде с водом. Вот думаю, что да, делать тут. Смотрите, метка беттер поставить туда, обстреливать вот эту зону, вот этот перешеек, чтобы с этой стороны никто не смог подойти к... к этому, к сараю, во-первых, и зона была под обстрелом, чтобы она, как грубо говоря, была не очень удобна для врага, для нас было удобно. Вот, в этот момент позиции. Опять у кого-то ника нет, а все ясно. Слушайте, ребята, я еще прошу прощения, да? У меня тут такая фигня, в моем дворе какие-то левые Олеги Тимошенко и Вячеслава. Вот, это боты. Это боты, да?
Тимошенко. Юля. Деревенко еще есть. Горбунов. Отделение второе, то есть это ИФ, собственно, вы и будете это заниматься. Паша, привет, оставь репит у местечка. Да, занимай. Привет, этот Паша, а там что-нибудь куда-нибудь перекидывать, что-нибудь надо, не? Чего, куда? Ну ты с GSRS-ом будешь играть? Да. КВ-2, господа, еще не помню. Да, кстати, пока можете написать КВ-шки, ДВ-шки на море, где-то в одном месте. А, перекидывать надо из папки Addons, там этот там, SXSM удалить, и рядом архивчик лежит перед Addons папки GSRS-Fix, его туда закинуть с подписью. Тфари, да, все это? Нет, это не в Тфари, это в Addons отстрел. А, я понял. Я вот из ТФАР все убрал, я все убрал. Из рации теперь все будет. А может в сарай просто пиздануть ОГшкой из РПГшки? Ты понимаешь, он такой замечательный, что на первом этаже всех убьет, но они все стоят на втором этаже и форточки смотрят. Я уже там, у меня видео даже на канале есть, я сидел к нам, из РПГ хлепили меня. Подписывайтесь, ставьте лайк. Из бетера, из ГПшек, из миномета били по этому сараю. И у меня там только кровотечение один раз было, и потом я еще Аздоник гранатами. А слушай, смотри. Ну, а как же? Нужно поставить 7 тандемов. Да, как же выстрелить зашедший с РПГ? Как же лови гранату, дружище. Да. Вот смотрите, вот видите зеленку рядом с этим сараем? Вот смотрите, вот поделимся на метки несколько ставь групп, да? Обойдем с тыла, то есть вот одна группа будет рашить, а вот остальные две вот чисто подавлять, то есть любую гадину там. В окно кто-нибудь выглянет сразу туда, там, бля, пол рожка. Ну я к примеру так. Пол рожка. Мороженым забросаем. Паш, SX, SM, Sound, Rifle, да? Фикс. Это удалить? Да. Там же написано в теме. А, тема есть даже. Так, я уже проверяю, помню, что... какая тема? А сколько мин на миномете? Сколько ящиков? Вот это я не скажу. Секрет. Ну я поставил свою КВшку. Ну, ставьте там справа. Кто там БТР, значит, отвезешь меня близко с... Убить туда. А когда начинаем-то? Еще брифинг не закончился, когда начинаем. Экипаж БТРа кто? А вот его занимал кто-нибудь вообще? Я не помню. Если БТР никто не занимал, то да я займу. Это будет печально, ибо без БТРа мы просто будем... Если... Ну, сесть нельзя в БТР? А если я вдоль бережка под водичкой проползал аккуратно? Под водой? Да. Как ты любишь, там вода... кто-нибудь может отвлечься и посмотреть, почему меня изгоняет из игры. А там будет обновление было. Ну и репит вот. Steam надо включить, наверное, еще. Ты аддонс из ТФАРа удали и обновляй. Да, кстати, это же. Что, прям удалять так надо, да? Аддонс и заново скачай. Из ТФАРа главное. Я так-то их скачал уже. Ну попробую просто удалить. Мне ничего не пишет, кстати, тут вообще ничего не видно. Просто репит дисконнект. Ясно. Нет. Так, ну у нас тогда отделение 3, я смотрю, у нас разбито тут все, то есть 4 у нас там не занято отделение, 5 отделение там непонятно кто, да, то есть... ДВ какой будет? Спасибо. Сейчас сделаем. И кто возьмет слышали, нас назвали, непонятно не кто. Нуклир, да, взять хотел? Че? Ты хотел взять бетер? Да, не против. Там, отвезешь тогда? Там одного хватит, меня, в принципе. С убий там... минутку, сюда минометку. А ты кто? Годзо. Ага. А, перезайду, погодите. У РДО, кажется, нету ДВ. Да КВшки можно убить, девушку. Mm-hmm. Вот, короче, 5 отделение и отделение 6. Это будет, опять же, наверное, отделение 3. То есть мы их с компаном вместе. Это, собственно, вот с этой метки наступать будем. Отделение 3 это ТС, Аркадий, Нуклир. Ясно. А с ТФАРом что было? Нет, деление 6 это уже миномет, потом только 5 получается. Вот, я планчик накидал примерно. А, в общем, второе деление вы берете, наверное, сколько у вас человек там? 4 или 5, где-то так. Так, раз, два, три. 5 человек. Ну, вы в УАЗ влезаете, вы УАЗ берете и едете на позицию.
Поняли, где ваше отделение второе? Да-да-да, вижу. А с рацией у вас как? Вы разобрались? Как настраивать там? Да. Ну, вроде, да. Вот тут у всех рация получается? Каждого солдата? Да. Да. А по какому каналу общаться, который по умолчанию стоит? Нет, карте надо написано. Убивать частоты. Те, кто написал на карте. Пусть ваш командир напишет ваше КВ. Так ДВшка какая будет? А если сейчас здесь будет. То где начинать заполнять? Где прибавлять? Парни, пройдите, посмотрите видео у Паши есть. Чувствую, это будет весело. Да. В общем, смотрите, на брифинге здесь, на этой карте, есть внизу рация Task Force. Там есть описание, как настроить управление. Кодка. Там все кнопочки, все-все-все есть. Можно? Ctrl-P выделяешь, что тебе нужно, пишешь. Да. Ну, Паш, я буду пулеметчиком, может, я вот на свою позицию один приеду сразу. А твоя позиция-то где? Я вроде нарисовал. Где мы этих КВС, МСЛ-шек двух? Вот. И... А, из домиков с этих подавить вторую сторону, да, понял. Да, хорошо. Пулемет может взять один туда и пойти. Или тебе еще кто-нибудь в поддержку может пойти. Да, я просто как отвлекающий маневр буду оттуда долбить. Ну, у тебя не отвлекающий, тебе просто нужно, чтобы они... Просто смотри, мы когда начнем сарай брать, либо будут отходить от сарая, отступать. И главное к тому моменту, чтобы БТР еще не открывал огонь, чтобы они не поняли, что отступление немножко прикрыли. То есть ты подъезжаешь, и БТР подъехали, но не атакуете. Ждем, когда отделение займут позиции, начнут движение. Ну и, собственно, тогда пулемет начнет и БТР поливать зеленку. Просто надо кусты все прострелить. Наверняка. Не будет никого. Кстати, кто пулеметчик, там в Уралах много лент лежит. И там, кстати, гранат 10. В каждом урале. Че, может, все-таки начнем? В общем, смотрите, да. Доходите на метки отделения. Сначала же ожидаете, когда все дойдут. То есть ваше отделение, допустим, второе дошло, вы ожидаете, когда все остальные займут позиции. Только после этого начнем атаковать по общей команде. Иначе будет просто жопа. Ну а дальше, как говорится, уже по ситуации. Все. Вторые поняли. Так, ну, то есть от ДО переходит на командование вторых МСО, да? То есть третьих группы. Что-то мне зашел какую-то хрень удалить, хотя я удалил. Так, СПИТы кто переходит? Ну, пятая по третьей командование. Да, под третья, да. Ну, объединяемся. Третьи не поставили свою КВ-шку, допустим, от ДО-шки тоже будут они. На КВ. Ну, ладно, да. Главное, на ДВ-шке будьте. В ДВ, если у вас не будет второе отделение, можете вбить в себя в КВ эту частоту, она будет работать. Переключаться там тоже удобно все. И второе отделение, вы поняли, на чем едем? Все остальные на КамАЗе едем. Так мы на КамАЗе или на УАЗе? Нет, на вы УАЗ берете, вы УАЗ, вам достаточно. Mm-hmm. Пьемон, кстати, ты можешь с ними поехать, просто... Или не влезешь, наверное? Влезешь, отступить просто и все. Да, кстати, ты подъедешь с ними, можешь и в деревню приехать, чтобы машины лишние не расходовать. Погодите, я сейчас иду. Я буду на МСВ первым, это частота там написана. Угу. Так, скажите кто-нибудь, хотя бы один ник, кто там в УАЗике поедет, чтобы я знал, за каким хвостиком пристроиться. Паста, за... Сигар, там... Металл, Форд. Окей. А группа третья, у них там нету КВ. Она третья с этим, со мной идет, наверное, на мою частоту, может. РДО, да, это, или РДО? Слушайте, пацаны, а вот на цифрах какая там частота будет? Там же надо выставлять. А сейчас на стартане мы видишь. Выделяешь так. Частоту, вставляешь, которая на карте, и смотришь, какое отделение у тебя. Все, понял. Четвертый голос. Так, с третьим отделением частоту решили, что там будет? Ой, минул. Ну, можете, короче, на первое мысло перейти, которое написано самое верхнее. В принципе, не страшно. Главное в рацию не входить, а если рядом боец находится, лучше впрямую речь ему говорить, как в TeamSpeak, а не в рацию. Миномет, если на КВшке 106 его будет занимать, он будет с МСВшником пересекаться. Слишком близко частоты. Я так чувствую, будет сумбурно слегка. Аллилуйя, зашло, блядь.
Тут разве если частоты похожие будут накладываться? Нет. Ну так что вы говорите такое время? Вражеские нет, они шифруются. Нет, я говорю про отряд МСВ и миномет. Тут... Нет, 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 это не так работает. Нет? Нет. Поехали. Поехали. Аллаху Акбар. Паш, я к вам родился на запиле. Ви, ты тут? Оптика. Оби, да. 106, 106, КВ, выходи на КВ. Так, теперь рация. Алло. На КВ. Где мы? Питер. Питер. Да, да. Слушай, а вот там вот ты написал на нашей... Паса. КВ. Тут я, тут я, тут я. Пацаны. Слушай, там вот плюс 1.3, это что? Раздвиг. Они говорят, типа, есть резервно, а есть сдвиг. Сдвиг, то ты выправляешь. Так, пацаны. Если резерв, то переходишь на новую. Окей. Покажи. ПЗ, ПЗ. ПЗ, меня слышно? Конечно. Слышно, слышно. Бля. Так, давай, как мне? Вот, ну давай я ставлю частоту. Какую ставить? 110? Поднимай мой. А ты группа вторая? Да, 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 да. У вас, вы у нас в той РДО? Да у нас еще раз. Вы РДО или МСО? Я командир РДО. МСО. Вы, ты МСО, у вас частота 101. Слушай, подожди, я вот нажимаю Alt P, да, у меня ничего не делает. Ctrl P. Ctrl P. Так, давай. Выделяешь частоту, убиваешь циферки, нажимаешь вот и все. На другую частоту, там, на циферку, на циферблате нажимаешь, это другой канал. Цифрами вбивать не на клавиатуре, самой в рации, а у себя на клавиатуре. Вот, вот. Какой телефон у нас, война? Меня слышно, да? Поэтому, по передаче. У того чувака есть бинокль, возьмите. Наверное, сейчас. Меня слышно? Ты 101 бил? 110, 110. А, 110? То есть 101 же у вас что-то. Не, у меня 110. Как на голос перейти? Вижу тут на карте 110. Подожди. Где она была написана? Ты говоришь? Где она была написана, 110? Так, у меня написано, сейчас скажу где. В заметках. Мой отряд с позывной 110. Давайте на 102. А, ну это позывной, понятно. Убивай лучше частоту 101, это позывной. Давай, 101, 101, всё. О, Хьюман. Хьюман, тебе нужен бинокль? Да, ну. Я по кустам с пулемета буду ебашить. Паша, меня слышно теперь, а? Почему-то нет. Рано. Подожди, отойду. Скажи. Говорил сейчас? Спит. Нет, не говорю, я не настроил, у меня не настроил. А, ну ты вот нажми на кое на этом на операции. Да-да-да, все, идем. Окей, слышно? Да, да, да. Ответь мне, Кирилл. Да, слышно, слышно. Покайся. Так, все готовы на шедлину? Возле КамАЗа первого строимся. Парень! Чё, где медицина? Хороший вопрос, кстати. Наверное, у медика, скорее всего. Где-где? У медика, скорее всего. Медики, где медицина? Слите медицину. Да, так где отделение 3? Построя, что ли? Почему не строя? Нас же больше будет. Так, давай прием. Это не ДВ. ДВ? Это КВ было. Чего? Вот это ДВ, вот это ДВ. Ну, а у вот меня ДВ нет, я на КВ настроил. У нас отряда нет. Давайте в БТР. Нет, Паша, мы на КамАЗе едем. Да, я отвезу вас. КПЗ, ты какое отделение? Больно. Я второе, ну я с этим, с третьим еду. А, ну то есть, если что, он к тебе, да, садится? Да-да-да-да. Так, давайте, ребят, все, первый лазик. Ой, первый отдыхал. А медицина где? В рюкзаках, в рюкзаках. Посмотри, Хьюман, у себя в рюкзаке. Посмотри, может, есть. А ты куда пойдешь, да? Нас четверо должно быть. Бля, у меня взаимодействие не работает. Ч
что там второй отделение? Вы построились? Настроили рацию все? Да. Хорошо, вы УАЗик, это достроитесь там свое отделение, чтобы сесть, когда фристайм закончится. Мои УАЗику бегом. Спецназ, ребятки. Чувствую, это будет жесть. И тогда нет, где еще один наш? А, не, все четыре человека у нас. Фристайм закончился? Да, закончился уже. Грузимся, грузимся. Командир, командир, ты тут? Да, 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 да. Слушай, командир, ты где? В кабине, подойди. Так. В кабине первый. Че, че, че? Рот, какая голос перейти? Че там? Так, под GPS. Да, да, да. Мне все равно передача. Че, контр М, если у тебя он есть. Ctrl M, да? Да-да. Ой. Карта? Клир. Открывается карта? Подождите, как? Игорь, не ответьте, пожалуйста, а? Так, еще раз скажите, командир. Ctrl-M нажми, если не открывается GPS, но... Просто карта открывается, а значит нет GPS. Просто в углу, в углу картинки, квадратик. Да-да-да, у меня есть. Ну вот, старт видишь, там нарисован? Да-да-да. Ну все, отлично, по серой линии езжайте. Это мы в этом квадрате, будет. Да? Да-да-да. Все, я понял, как да. Мы что, можем ехать, да? Да, все, все, уже надо ехать. Спитер. Грузим. Что, что, что? Трубу забрал, смотрим. Там в кузове, кто в кузове да, сидит, есть ходящие еще. Еще Вога все по намудам. Эй, народ. Эхо. Сзади ходящие, я вижу, на базе ходят. Они едут? Или они не едут? А откуда они вообще? К черту, короче. Репит, куда не сесть? Едут. Стойте, стойте, куда сесть? Репит пришел. КамАЗ сесть. Первый. КамАЗ сесть. Первый все, КамАЗ. Все, все, сейчас сажусь, видел там. Паша, я внутри. Все, входу. Паша, да. У кого бы карту скопил. Ой, как замечательно, все видно. Так, на ДВ есть живой кто-нибудь? Ну да, там жил. Может, по обновлению теперь можно. Один МСВ, да. У нас ДВ есть вообще какой-нибудь? РДВ, какой-нибудь нормальный ДВ. Стоп, стоп, я же комп. У меня нет, отлично. И у кого нет ДВ, все ясно. Ну, выйдем на позиции. То есть отстояние маленькое, не такое же прочее. А, ну да, точно. Интересно, здесь не отключился этот футбол. Кстати, я траву уменьшил теперь. Проверим, она как бы есть, да, работает. Не трава как на Чернорусе. Так очень низенькая, низенькая такая. Газон подстрижен сплошным. Репит, это какой отряд? Репит, отряд МСВ-1. Окей. Паш, ты ЧДВ? Паш, помню, что ты... О, чат работает, так это же круто. Да, сейчас мы его выключим, приедем, выключим. Он здесь я забыл, он не отключается. Миссия не с теми параметрами. Да, он нормально. У нас же ДВ-шек-то нет. Там, посмотрите, в TeamSpeak'е людей перебросило, тут что говорят. Там были какие-то непереброски. Ча ну, гляну. Это, видимо, какие-то вокальные проблемы. Нет, нет. Ну там Игорёк только и в прайсе аудитории в синих сидят. Ну, с нами дурачки. У них 092 фар. А у нас какие? 160. Господи, просто же лечится, релоуд делается, платно. Жесть, не может таких 35 км.
это даже не меньше 20. На ДВ прием видишь будет? Отлично. Это бетер, как я понял, да? Да. Вы уже на позиции? Да, миномет выгрузил. А, ты миномет только выгрузил, понял. А на позиции бетер еще не приехал? А, еще не надо. Понял. Ну, мы тоже едем. Миномет на связи? Да. Позиция на связи, верно. Дорога. А как мы там сейчас с минометом? Че миномет? У меня связь по рации. А. Это думаю, бежать куда? КамАЗ за этого говорится. Так, ну дальше, наверное, мы пешочком пойдем, скорее всего. Тут стрёмно было больше ехать. Сейчас остановлюсь, карту посмотрю, пока не выходим. Проехать можно будет. У них же нету такого тяжелого ничего, только оружие, пулемет, не знаю, у них самый сильный. У них хороший пулемет, скорее скорострельный. Ну и трубы. А мы сейчас вкратце-то мне скажите, чё, куда? А на карте метки видно, нет? Ну, да, ребят, да. Это место называется мост. Здесь только одно место, чтобы пройти. Не, ну понятно, может у нас там. Да, я в принципе медик, пофиг. Последним это. Все, хватит здесь. Да, 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 все, стоп. Угу. Так, отходим. Так, чатик. Паша, отключи этот чат и эту рацию. Да если ты командуешь. Ну, траты, скорее всего, нет. Ты команду. Кто так впереди бежит? БТР на позиции. Понял. Сейчас мы будем двигаемся на метку. А мы, в принципе, там где есть. Аж ты в канал групповой говорил, не ДВшку. Ну я с этой, с бетером связался. А, мне просто показалось, что ты в этот полтал, в групповой просто. А еще раз, что там кто? Да, там вон, люди по берегу бегают, там вот это еще далеко наш. Люди, бетер занял позицию, все на месте. Так, а вторая группа, вы на месте? Прием. Группа номер два. Так, сидим здесь, я выйду сейчас за холма, связи что-то нет. А, Касьянов, работать или нет? Нет, стоять пока. Это БТР, огонь можно открывать? Стоять пока, второй группе надо найти связь, есть или нет. Фьюман пока что сырой не видит. А Хьюман? Что, у нас Паша, да? Хьюман, да. У тебя... Сейчас перед... Паш, там Хьюман. БТР огонь просит дать, не дать. Пусть ожидает пока. Ожидайте. БТР ожидай пока. Просто не в кирку. Там они в камнях бегают, вот там два человека сейчас за камнем. На 140, о, на 2. Прием, есть кто-то на канале? Прием, прием. Вы заняли позицию? Да, так точно, мы на позиции, ждем приказа атаки. Принял, все, тогда сейчас мы будем, бетер как откроет огонь, можете начинать потихоньку двигаться. Все, понял, мы двигаемся цепью вдоль. Бетер, начинай огонь. Хью, передай, крепиться можешь передать Хьюману, чтобы он открыл огонь?
стрелять хоть куда? Я просто ничего не... Да-да-да, давить зелё... Кусты давить, давить кусты и укрепления. Миномет мы начали, как можешь поделать нас? Ударить, ударить один, одну мину по укреплению на мостке. Куда? Вперед пошли, потихоньку. Вперед, вперед, потихоньку. Вдоль дороги, вдоль дороги. 280. Поняли? Ветер на нас идет. На нас идет. Направление к этому к сараю. Окей, ребята, сейчас мы вперед двигаемся так. Мы сильно сделаем сейчас. Смотрим по кустам самолет. Будьте внимательны, в кустах могут сидеть. Поняли? Мы с левой стороны от вас будем. Сколько? 240 там камни, там за ними два человека было. Беттер тут 240 на, в камнях ближний, человек сидит. Берега. Ближний камень около берега. Понял? Дальний берег. Берег, дальний, так, наверное. Так, или... Дальний, да, за мостом. За мостом, который камни там, помнишь? По-моему. Второе деление, вы уже подходите? Прям по дорожке к этому идем, сейчас атакуем. Так, лучше бегом здесь. Мы будем закидывать гранаты. Понял, понял. Так, пацаны, гранаты готовы. ГПшки летят какие-то там. ГП, у кого ГП? Мать, металл мир. Так, бегом, проходим эту зону. Вот за там подошли к сараю, блин, чё надо? Наши подходят, уже там к сараю рядом. Okay. Мы уже подходим, наша группа к нам подходит. Есть тут кто? Рядом с сараем.
подозревальная очень. Там вроде уникальная позиция. Все, добили. Да. Там в камнях, что ли, чужой? Да, они возле сарая там. А, да, камни, камни. Я туда работал, не знаю. Забрал там кого, нет? Попал. Ну я доложил, не знаю, как они там. Слышали, нет? Пока видно. Хьюмана убили, по-моему, а выстрелы убили. Ну, до него тут сложно, это ночью как бы легче играть. Да надо беттер было. Ближе? Мне кажется, что-то с этим сараем у нас заминка вышла. А его мы все равно надо убрать, то есть мы его бы никак не это. О. Не обошли, о, думаешь? Да. Ну, все, центр всего. Вот и все, вот и конец песни. Да. А что случилось? Это скипер отправил. Да я не знаю, я как-то лоханулся, мы в упор, блин, пошли атаковать. Это даже не подумал. В штыковую, да? Да-да-да-да-да, вот точно. Что меня? То есть работу нельзя заходить? Нет. Вот, вот седьмой. Добро пожаловать. Че, ботов что-то не убивался. А как нас так накрыли? О, евро. Все, все подъехали. Да кого? Я лечиться побежал. У меня, блин, рация да. не заработала. Да, ты вылетел, что ли, в начале? Да, у меня рация не заработала. Винтовку угнали, я там раненый бежал. Обокрали, убили, обокрали. Слушай, а тебя-то как форт при хайдокле? Я видел там вы слева, я тебе кричу в рацию, уходи, ты не уходишь. А чё, он БТР через машинку, да, меня пострелил? Наверное. А я чё-то подумал, что не прострелит. Через колеса там, через низ можно. Не, ну классно у вас, ребята, вообще супер. Чё-то это вот, хоть и, бля, грохнули быстро, ни хера не сделал, но прикольно, понравилось. Блин, как я умер. Не понравилось, как я умер, да? Да. Не, реально, прикиньте, подбегаем, нас смотрим. Последние 2 минуты раненый валялся. А я, да, я знаю, знаю. Я потом ожил, меня добил. Ты вообще не отпущил. Как? Из РПГ? Нет, прикинь, дай. Нет, я говорю, ребята, блядь. Дерево, деревья, прячьте, стреляют. Вам, блядь, бьют в упор, вы куда, вы не уходите. Надо я принципе. Надо я буду атаковать. Кто там бьет? Чё за скотина? А, флайер, флайер. Вот я флайера, по-моему, видал. Слушай, слушай, бля, кто снимает, короче, видео кидает в YouTube? Скиньте ссылочку. На канал. На мой может кто-нибудь кинуть. Я сейчас свернуться не могу. А, ну ладно. Спитер снимает. Спитер снимает. Спитер снимает. Да. Ну комп-то новый. А он снимает? А он где? Да ну нафиг, я херею! Так, чё, серьезно? Я так стрелял, так не попал ему в голову, он так как-то сумел. Баллистика. Кривой автомат. Да он пиздец не дамажит, я по чуваку 3 раза в тело попал. Он спокойно встал и побежал. Это ты из этого, из британской хрени? Из L86. Ну да, да. Пиздец вообще, херей с ним. Броники. Пацаны, вас слушают, вас совсем тут... У нас, короче, на хардмоде по-другому, мы там, смотри, 2 раза попали, считай, все, труп. У нас такой хер. Тоже как бы. Да ему, может, попали. Скажем, да, да, в пятку. В пятку, да-да-да. Просто есть юниты с брониками, есть юниты без броников. С брониками убиваются сложнее, без броников, естественно, быстрее. Ну, наверное, еще и дистанция имеет значение. Да. Так, кто там? Спитер, давай, тащи.
Флайера, флайера. О, бонзаю, походу. Да, что-то не оправдал ожидания. Да. Еще продавай ты... компьютер, Спитер, продавай, да, компьютер. Откуда сняли? Да то флайер тебя, не походу, не снял. Тигр, Тигр, в этот раз ты командуешь. Ты ж бонзай снял, а вот там еще флайер был. Я в этот момент увидел, ты даже не смотрел, думал, там все зачистили. Привет. Никто же не говорит, где враги. И откуда вообще стреляют. Да это вообще мертвая зона, этот... Спитер, я тебя еще раньше запрашивал. Этот ангар. Сэра. Ну, да, я сэра. Говорил стрелять. А где Гонза? Гонза? Где Гонза? По-моему, надо это, просто битву за сарай переименовать. К черту мост. Слушайте, а что с Гонза случилось? А где он? Еще бонза еле попал, у меня уже без бита. Я с Пашей попал, но он виндой сейчас. Это я буду стрелять. Так, обе фикса вижу. А бонза... Гонза где? Что-то Гонза не... А, был, он, наверное, умер уже. Нет, ну смотри, они с миномет развернули, и все. Что-то нет их, да. Вот и стоило мне так торопиться, блин, из-за этого. Я не успел вбежать, там еще перчатки снять, быстрее компьютер перезагружать. С такого угля вообще нифига, свой валяется. Купан. А Оби что, спит, что ли? А я тоже не могу понять. Слушай, а я не пойму, почему миномет не отработал по этой хиромантии? Вот я и говорю. Не понимаю. Я дал команду миномету открыть огонь. Линейка не работала, потому что. Господи, прицельно как-нибудь просто пострелять, а это вообще получается даже. Не, зачем по своим, но азимут-то есть, а линейка, извини меня, дистанцию прикинуть, плевое дело, таблица есть в интернете. Интернете, у нас война, какой интернет? Я играл на этой, на Фалудже, там только вот эта вот ерунда вверх, там азимут и там, как она, градусы, и по таблице все вполне, снаряд смотришь, какой у тебя. Очень точно, метров 100 прям спокойно, а потом корректировка. Ой. Дерево! Тут очень. Я думал, ветер. Скорость, он бы не долетел даже. Да. Сюда, тут ветер 6 метров. Когда БТР просто. Ветер, да, дикий здесь. Прям дым бросил, по земле стелет. Короче, сарай. Все испортил. Да. А народ в землю стреляет. Залипли, просто залипли на сарае, да. А все. Да. Ну, может еще нуклеир, конечно, там на фрага толкутся. Откуда? А, с машины. Ну, красиво, да. Да господи, нуклеир мог бы давно уже это... двигаться вот немножко вперед проехать, и он там и сарай бы, да, да. И все. Они бегали в полный рост, когда мы шли. Угу. Возле камней они там в полный рост бегали, их с пулемета накрывал, толку меня убили. Так, Лорен входит. Сейчас Аркадий зажжет пукан. Зажжет пукан, зажигает. Астоник. А это ой, кто? Лорен. Или Лорен. Не пойму, Демьян где находится. Лежит. А, ему да, далековато. Кто вас там всех убивает? Меня там. С... прямо рядом с Питером лёг. А Санбар. А, это Флэр. А, он живой еще? Нифига себе, он живучий. Да, я живу. Лорен еще, да. Я когда по бонзаю стрелял, я как-то я людей вообще никого не видел. А я кочегара спасаю. Такой заделиваю его. Я кочегар сдох, по-моему, там. Лечиться не мог. Почему? Еще когда Спитер возле него стоял, он уже сдох. Сигар, не откуда? Нет. Добили? Добили. Лориана. Варена? Да. Чем добили? Блин. Что они, да я выбегаю, смотрю, думаю, о, лежит разведка, дай, думаю, попробую помочь. Смотрю, Спитер умер. Смотрю, тут, короче, крутая, сам, да? Два выстрела в борт приходит. Ну, знаешь, как бы я умер, там, возможно, меня убили.
Слушайте, да, Бафикс двигается, кстати, он переместился. Нет, да, почему? Он, да, он раскладывает. У них броня такая мыльная вообще. Как одно мыло вообще. Понял, британцы? Да. Слушай, а вылетел, Гонза вылетел, да, походу? Да, можно докупить. А можно не покупать? Можно не покупать. Спасибо. А что вы подаете? Ой, бонзай. Демечки. На свай. На свай. Да. Блин, неплохо там этот самый... У кого? Пристроился. Который меня пришил, по-моему. Там еще флайер, что ли? КНДТТ, который на юге от сарая. Да нет, это обычное место, туда гранаты кидать и все. Если надо успеть подойти, блин, я просто не успеваю. Я просто объяву-то давал, там это, орал про южные камни. С восточной стороны сарая. Да не, давно было. Давно было это уже. Перед тем, как меня как раз за это контрапупили. Да не, у нас там тот самый Аркадий. Если я слышал, у вас в восточной сарае. Я в те кусты покидал, это ГПшки, а тут были камни вообще, ну ладно. Ну клир, сейчас если позиции фаера могут бы сразить. Ну, у него их нет, даже что-то не смотреть не будет. РПГ они, кстати, еще ни одной не потратили даже. Да у них народу-то. Ну. Синий имеешь сюда. Ну, я про синий говорю. У Клэра была РПГшка, он положил за спину. И на... Блин, и она стала рюкзаком, да, это прикол такой, да. Золото не розовый берет какой-то. Такое. Что за войска какие-то? Жень, кстати, что там с минометом, я не понял. Да, че миномет не стреляет? Вылетел. Стрелок вылетел, да. А, не, он вернулся, вот это бегает. Да, он бегает. Гонцо вернулся. Бот не бегает. Вот да, вернулся. Сейчас они зажгут. Сейчас своих же добьют. Там своих нет еще. Блин. О, Аркадий полетался. Голову. Аркадий Поморозов? Ой, Поморозов. Паровозов. По-моему, Аркадий умер. Удачно полутался. Миномет выстрелил? Кто его знает? Да не похоже. Не, он целится. Наводится. Вот если у них связь есть, это будет хорошо. Посмотрим. В принципе, у Беттера должна быть связь с минометчиками. А смысл? Ну, позиции уже известны, примерные позиции известны. БТР едет, а что это? Ой, БТР еще было. А, все, понятно. Ага, доехался. Минус. Все потрачено. У меня есть соловейчик, хотя я поставил фильтр. Че, все умерли, что ли, из наших? Конечно. Я думал, хотя бы до моста. Кто-то за бота зашел? Там, ну, клеер, вся проблема в том, что они окопались возле амбара. Так он за бота зашел, Юрий Соловейчик, грубо говоря. Чё же Юрий Соловейчик, чё он? Блять, я еще, кто это нахуй был? А чё боты не исчезли, Паш? Хьюман из второго отделения? Паш, чё боты удалил-то? Ааа, не знаю, блин, что не удалил. Сука, Хьюман гандон, ёбаный, блять, я ему... Паш, будет минус. Бесит меня. Нечего сказать ситуацию на берегу. Последний у тебя будет возможность спросить о нем. Что, Гонзор, это просто плюс-минус 500 метров. Я ставлю на хатабов. А он спустя, что по инфу ДВИ дали, что возле сарая вся толпа? Потому что мы шли к амбару, хотели его штурмануть, но мы не думали, что там будет толпа. То есть вообще информации ноль. Почему у там толпа? Там всего лишь деление дельты должно находиться. Ну там человек 6, по-моему, или 7 находилось. Вот еще и Виллоса убили. Ты без ноги был, что ли? Я только один труп видел, да, это мой. Ну вот там никого не убили из 7 практически. Я убил одного, все. Медальный. Ну Гонза не работает, потому что информации по миномету нет. Да просто пусть везде бьет. Да. А там Гонза. Ой, сейчас и Хьюмана убьет. Вот и Хьюман пришел. Нам двое нужны минимум. Привет, Хьюман. Хьюмана нет у меня. Да, ну, уже, по-моему, давно, наверное, да? Да нет. Кто-то... Только что. За ботов он входит. Да, блин, РПГ еще раз сказал. Хьюман, блин?
Человек думал, что там еще есть. Кстати, оккупант уже минут 10 лежит без сознания. Хьюман? Чего-чего? Ой, ой, ты не Хьюман, кто это был? Не зря лежал. Вот он даже решил лечить. Это реально какие текстуры не хмыльные, мыльные. Что-то ну так надо купить мод британской армии. Все хорошо. Так у меня же он есть, просто не скачан. Купил меня. Так установи. Или скачан. Погоди, еще подожди. Если сейчас ты переставил, нужно их поочередно запустить, там, ПМС-шек, британцев, чтобы они установились. А их можно украсть? Так, где они? Да, у меня все скачано. Че, кто остался так? Надо просто запустить, что ли? Да, обе нужно запустить. Бот-то два минометчика. А, ну домен один, считай. Да это не бот, это человек. Да? Это человек, забота, да. Юрий Соловейчик. Это Иванчик, скорее всего. Не, я думал Хаттаб, потому что Хаттаб зашел последний. Да? Два дня я смотрел после Гонза. После тут уже рубить пора. Тут Демьян и минометчики и все. Он уже сейчас всех убьют. Ты вспомни Спитера, как он затащил. Да. Там тут может быть, тут все возможно. А ему не надо всех убивать, ему прорваться через мозг же надо. Смотрите, новый бой побежит со старта. Да-да, это либо Хаттаб, либо... А по морде лица можно определить? Там борода есть? Борода. Да, это Хаттаб. Это Хаттаб. Ой, летит, она меня свистит. Ура! Ты, я скажу, кому? Это, прикольно за этим, за миной. О, камера смотри, перевелась. Аллах, боже мой. Так красиво летит, да, со звуком. Не похоже, правда, на настоящий, но не выйдет. А куда она попадет, будет, вопрос? Еще больно сейчас будет. Нет? О, падает в жопу. Да у него пистолет, да, ну, 500 метров, он в то же самое место только что стрелял. Он куда стрелял? Попал? Вон, я южный метров 20 прошлого попадания. Смотри, а зачем туда? Там метров 500 разброс. А зачем он туда бьет? Все, я полетел. У него разброс небольшой, только он целится не туда. Да, 700 метров мимо. Гонз работает на Аздоника. На опережение. Да. Не отступали назад. Боже, как экран дергается, когда смотрю из этой фигни. Сейчас эпилепсия случится. Все, постреляли. А, там же этот самый. Там же эйсами намет. Вот и они пошли. Где? Ну, выставлены эйсами намет, или в рексовский. Да, эйсовский, да. А нет, они эйс поставили. Кстати, как там вообще выйти с него стрелять? Потому что я помню в этом самом... Да, там на ютубе ролики есть куча. Ну да, я помню, там типа снаряжаешь мину, подтаскиваешь ее к миномету и шатаешь, да? Да, шатаешь. Просто какой-то ходит. А что бот на взлет делает? Стережет самолет. Ух ты. Гонза пошел в атаку. А где Аздоник? В камнях. Под водой, по-моему. Под водой. Ой, бан. Аж бан. А, он на дороге, вон, за машиной. А, да-да-да. Че, он как-то камеру под ним? А, глюки. Потерялся. Мост. Хорошо, как объект. Миномет поставили. Угу. Боялись, что убьют, наверное. Миномет на воздух. Чтобы не укутали. Смотрите, как я умею. Сейчас, по-моему, и второй американский друг, наверное, на мосте. Они что, не знают, что в сарае есть враги? Оккупант, мы полечили, оккупант, он все бежит теперь. Они прям на него идут? Кто? Гонза. Туда произошел что? А, это Убификс. А, это другой сарай. Да. Туда за бота зашел, что ли? Интересно, сколько времени осталось? Получается, Хаттаб, этот Хаттаб сарай, как у преступной крепости. Да? Я не, кстати, оттуда видел хорошо. Ну, не совсем, но нормально. Кстати, в сарае.
О, вот четвертая миссия классная вообще. А чё Хатап-то за бота бегает? Сейчас ГПшки снесет вправо очень сильно. Помню, как-то пытались этот сарай штановать. Который там перед ним. Который другой? Да, который ближний. И перепутали? Да. Кто понял, что это не то. Я что я знал. Как мансует, как мансует просто. Даже перестали по нему стрелять, поняли, насколько он крут. Понимаешь, брони. А, нет, они взяли пулемет. Они его потеряли, кстати. А, нет. Обе фикса? Демьяна. Демьяна. Он тут все. Там его кусты так спасали. Минометчики подходят. Тем временем, да, минометчики подошли. Пусть они выйдут. Скажи, напиши им, выходите. С поднятыми руками. О, побежал, вот он. Им сейчас было огневые точки узнать, то есть кто-то должен спровоцировать. Спрятан, и все. Да тот же самый Демьян может спровоцировать, все. Побежал, давай. Зря. Ну чё, промансил? Минус 0. А тот зачем выбежал? Кек. Ой, зря побежал. Что ты? Там флэр. Отступай. На! Гонза лежачий. Да. Нет, это другое, с другой стороны уже. Он сразу обрыв связи. Умер. Очень стимулирует сильно. По-моему, убили его. У него до сих пор еще идет, что ли? Ему пофигу, у него душа улетела уже. Он живой. Пока, анкл, да. Точно. Ух ты, ехешки, блин. Че живой? Живой? Не убил. Его тело мертво. Душа ушла. Он поди все хаешки забрал и вышел. А тело не имеет жизни. Тело не имеет жизни. Там уже хата, что ли, это? Готовится. По стелсу пройдется. Кузма, я силуев. Кузма. О, кстати, из нашего спойна. Бесконечно, что ли? Да у вас там слот был. А если он сейчас перезайдет? О, это было бы. А почему Гонза еще жив? Я и говорю, а если он сейчас зайдет? Кстати, как бомбить будет? Кто там к нему подходил, стрелял в жизнь? Так это кочеган, наверное, подходился. Че? Потому что было-то не Гонза, кочеган на самом деле. Ушел Гонза, ушел. Ушел? Да. Меня тогда жгли, а они стреляли. Бедный умер. От кровопотери. Давайте пришел, его не было. Мы же вот давайте сдохнем. Пора раздавать баны. Пора рубить миссию. Да ты что, сейчас обе обе задачи, скажи обе тащи, просто напиши. А вы за бота зашли? И будет они. Базы, напиши. Напиши обе тащи. Да я вырубил.